«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Каток. Хыргалак. Превратились в каток. Хыргалакка әйләнгәндәр. Превратились в каток. Хыргалакка әйләнгәндәр. Под Уфой придомовые участки превратились в каток. Өфө районы Миловка ауылында йорт и хаталары хыргалакка әйләнгән. Под Уфой придомовые участки превратились в каток. Өфө районы Миловка ауылында йорт и хаталары хыргалакка әйләнгән. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».